Так, 63-й на Кразовских. Тут-то он не застрянет. Тут очень уверенно. Присел. Все-таки клиренс меньше из-за больших редукторов. Попробуем проехать сейчас рядом. Иду на обгон. Едет мегауаз. Серьезные люди. Да, да, она там на последнем дыхании держалась и отпала, панара наша. Уже не молодая панара, да? Так а что же ей лет, да? Если пересчитать, скотч отклеилась, надо, да? Скотч нужен. А есть скотч? А не на время? Сторонний. На время. Ну что, выиграл? Выиграл этот у... Бокал выиграл у Вовы, нет? Нет. Не... А, минута разницы? Нива быстрей? Да. Красавчик, ну. А так шел, правда не бегите надо, что-то вот не было. Да, я его голову-то не знаю. Так, вот серьезный участник, это реальный претендент. Можно я в кузове с вами? Нет. Как дружно. Ты много сожрал. Ты много сожрал, говорит. Маковой росинки во рту не держал, говорит, много сожрал. Маковой, может, и не держал. Так, ну тот прямик, я думаю, пролетит он. Просто, вот ключевое место здесь. Нет, по-моему, 1,6. Я думаю, просто прямо то, что ты сделал. Смотри, видишь то, что мы и говорили, если пойдет по колее, проедет, хрен то, что. Не, ну а было там. В эти ванные джиперы, не знаю, стульчиковый джипер, вставай. Давай, бери свой Рубикон и едь. Давай на Рубиконе, Саня, я думаю, что Рубикон проедет. Снимайся, чернёжа. Вы друг друга снимайте, не морочься голову. Да нет, едь. Да. В руки давай. Сегодня в планах не было воду в салон запускать. Так а тут не глубоко, что? Где там глубоко? Смотри, даже, блин, да, как по колокольчике это. Не достает. А тут никого. Этот, правда, бугай 1,90 м, у него да колокольчики. 3-3-3-3-3. Да он едет уже, посмотри, как быстро ты вызвал. 3-3-3-3-3, говорит, звони. Знаешь, вызвал сразу, приехал. Ну, видишь, просто голосом даже можно вызывать. Я быстро приехал.
гоняют. А тут колеса меньше, мосты большие, вес большой. Ну красиво зато. И машина, и ракурс. Так, ну все на сегодня, сказали. Обязательная программа завершена. Саня, что ты подытожишь? Вес решает, да? Вес решает. И мотор. Мотор. И мотор, и спущенные колеса, наверное. Да, да, да. Все, все в комплексе. Все в комплексе, да. И даже глубина протектора так не важна. Соотношение веса. Представляешь, если мне будку снять еще? Я тебе давно говорил, срезай эту грень сверху. Да там просто радиатор на крыше. Надо радиатор вернуть под капот, да? Так, панар. Надо открутить просто и все. Одну гайку. Это еще не все. Куда-то газ 63 прицелился куда-то. Я не могу понять, куда. Поменять траекторию? Так, дождь начинается. Красавчик! Пизда, блядь, ну нахуя, блядь? Тихо! Ну почти проехал. Отлично, отлично идет. Вообще красавчик. И тут сложно будет выехать. Хорош! Ёханый бабай, ну зачем же так далеко ты уехал? Он хочет набрать, но сильно... Да очень далеко уехал, да, да. А он хочет вообще переехать. Ну, тут не по... Ну не знаю. Чего, крас лаптёжник, колёса? Колёса как раз те. Протектор очищен. Вот такой вам бонус в конце, друзья. Михалыч настырный, блин. Круто. Круто. Ну, вообще супер. Сложно тут было, но смог. Да пусть по кругу объедет, что там ехать. По кругу. Сейчас заведутся. После дня купаний и стязания немножко. Плоховато. Вот так мое колесо выглядит. А ты подпустил? Слышишь, ты на Кадиллаке, иди помогай. Это тебе не на Кадиллаке кататься, помоги пацанам завестись. А ты завидуешь, да? Конечно, а что? У меня никогда не было Кадиллака. Смотрел, Саня, там... у тебя был когда-нибудь Кадиллак? Я смотрел, ты там газил. Даже у Сани не было Кадиллак. А что у тебя, Ан-24 был? Ан-24 был? РВшка. Як-40 был? 40 был. Як-40 было, а Кадиллака не было. Завели. Так, сейчас серьезный пилот, да? Что-то они там зацепились. Зацепились.
Ох, блин. Неожиданный ход. Да, так а что ехать по кругу, если ключевое место здесь? Не-не-не, он хочет показать, что... Так, и что? Это серьезный пилот. Не засчитывается. Не засчитывается, потому что ты... А засчитывается, четко проехал, вообще красавчик просто. Так а как ты это сделал? Короче, не, просто у него самые большие моточасы. У него... По асфальту хрен с ним. То есть, Михалыч, я сейчас скажу правильно. Если больше 220 не разгоняйся, значит там все. А, это значит все. Слышишь? У него просто самая большая практика наезда на этой машине, моточасов больше всего. Не, ну класс. Да, у меня ноги грязные, я не полезу туда. Тут ковры. Все. Теперь, наверное, финиш уже точно. Блин, круто едет. Патрол так не может, наверное, но едет тоже. Не может. Все, никого. Поехали тоже. Все, едем в лагерь. Вова с лафетом. Вот такой сегодня был оффроуд. Подписывайтесь, делитесь. Нормально покатались. Вот так наша банда после оффроудного дня выглядит. Правда, через это стекло плоховато видно. Ну, что-то видно. Ну, вот это известная база. Свадьба тут была, и чего тут только не было. Красота, конечно.